Привет! В сегодняшнем видео мы с вами поговорим не о нашем вязании, а я хочу немножечко похвастаться. Сегодня пришла долгожданная посылочка. Это две вот такие коробочки чудо-гонки, которые я заказала для своих малышей. Вот, их у меня две, но я вам сегодня покажу одну из них. Здесь в состав входит замечательная одна машинка. Вот так вот. Сейчас я вам буду все по ходу показывать. Вот, она находится в отдельной коробочке, специально с батареечками уже сразу. В комплект входит машинка, пакетики и наклеечки к ней. То есть, вот такая замечательная машинка. Вот, я батареечки уже вставила. Вот, и как видите, она со светодиодиками, такая интересная. И что мне очень понравилось, она не травматичная для ребенка. То есть, все края гладенькие, она не тяжелая, то есть, очень даже такая... В общем, с аккуратными краями. Развивает мелкую моторику детскую. Вот, мне понравилось, что она светится. И также входит в состав этого набора коробочки 220 вот таких вот деталек большой трассы, которая собирается в красивую трассу, которую я вам покажу чуть-чуть попозже. Если вы посмотрите, то, опять же, такие... Не травматичная эта трасса, мне понравилось, что она легко собирается, справится даже ребеночек. То есть, посмотрите, здесь вот такие вот спаечки, вот, и оно все собирается, очень легко гнется. И также, посмотрите, здесь входит очень-очень много цветов, ну, то есть, здесь их всего получается 4, но, на мой взгляд, это более чем достаточно. Вот. И что мне опять же таки понравилось, что как написано на коробке 220 штук, так и внутри. На самом деле я пересчитала 220 вот таких вот спаечек, из которых собирается гонка. Опять же таки хочу отметить, что у меня детки разных возрастов. У меня один ребенок 6 лет, а второй малыш у меня всего лишь 2 года. И вам честно скажу, как один, так и второй с удовольствием поигрался этой машинкой. И я думаю, что в дальнейшем эта машинка будет не менее вызывать восторг, чем сегодня, скажем так, при приобретении. Вот. Что касаемо заказа данной гонки, то я вам советую заказывать сразу две. Почему? Объясню. Потому что, честно говоря, сразу мы когда распаковали только одну, началась дележка, в общем, как-то было скучно. Вот как только распаковали вторую коробочку, здесь началась настоящая гонка, просто супер. Очень много сейчас разных скидок, распродаж, и, честно говоря, мне понравилась именно эта мотогонка тем, что цена соответствует качеству. Данное количество соответствует что на коробке, то и в коробке, что тоже приятно радует. И, честно говоря, мне кажется, такой подарок можно сделать не только на День Святого Николая, на Новый год, а и с удовольствием ребенок порадуется и на день рождения. Поэтому, конечно же, кому понравилось, можете заказать данную мотогонку. Ссылочку смотрите в описании под этим видео ниже. Конечно же, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения.